С момента выборов прошло 3 дня. Голоса подсчитаны и сформирован новый состав городской думы 7-го созыва. Победила партия власти «Единая Россия». Довольны ли результатами голосования жители нашего города, мы узнаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в выборах? Конечно. А за какую партию вы отдали свой голос? Я за коммунистов отдала. Как старый такой человек, за коммунистов отдала свой голос. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в выборах? К сожалению, нет. Не с кем было оставить малыша. Но если бы принимала, отдала бы свой голос за «Единую Россию». Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в выборах? Принимали. Да. Да. А за какую партию вы отдали свой голос, если не секрет? КПРФ. КПРФ. А согласно результатам победила партия «Единая Россия». Скажите свое мнение. Ну, значит, за них больше проголосовали. Значит, так надо. Вы принимали участие в выборах? Нет. А с чем связано? Связано поездкой. Я в 6 часов в Лазаревское утро скупался, и пока туда-сюда, и приехал уже сюда, в город Азов, где-то часов где-то 7 или 8 вечера. А куда нужно было тебе? Скажите, пожалуйста, а если бы у вас была возможность проголосовать, за какую партию вы отдали бы свой голос? Ну, как у нас всегда говорится, за ту партию, которая более ведущая, так сказать, это, естественно, у нас что, «Единая Россия». Ну, а так, вы знаете, по старинке могу сказать, все-таки еще при коммунистах как-то, если честно. А если бы у вас была возможность проголосовать, за какую партию вы бы отдали свой голос? А кто у нас, напомните, ну, коммунисты. К Ленину мы не вернемся, вот, только в песнях Егора Летова. Ну, в принципе, больше-то и не за кого-то голосовать, но по сути, они все делают, они, вот, поэтому, ну, пусть стоят также на вершине. Правят. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в выборах? Да. А за какую партию вы отдавали свой голос? За «Единую Россию». Вы принимали участие в выборах? Да, да. А за какую партию отдали свой голос? Да я не знаю, я за Тимакова, я его знаю, отдала. Какой он партии, я и не знаю. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в выборах? Да. А если не секрет, какой партии отдали свой голос? «Единая Россия». Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в выборах? Нет, конечно. Вы принимали участие в выборах? Конечно. А скажите, за какую партию вы отдали свой голос? За «Справедливую Россию».